купцы дореволюционной Самары, советские руководители, а также труженики тыла военного времени. Экспозиция самарского краеведа и коллекционера Сергея Рудняева соединила разные эпохи в одном месте. Выставка «Самара. Куйбышев-Самара», посвященная 170-летию нашей губернии, открылась в кинотеатре «Художественный». 170 лет губернии – это такая большая, круглая, знаменательная дата, что мы просто обязаны были сделать какое-то мероприятие, которое достаточно ярко и очень тематически и адресно заявило о том главном, об основном, что символизирует этот праздник. Ну и, конечно, это наша столица. В экспозицию вошли фотографии с конца 19 века по наши дни. Здесь и старинные улочки, и новые проспекты города. Знаменитые постройки, которые сохранились до наших дней, а также те, что канули в лету. Например, в числе запечатленных достопримечательностей знаменитый трубочный завод, построенный в 1910 году по указу императора Николая II. Коллекция длиною в жизнь, признается Сергей Рудняев, собиравшиеся уникальные фотографии около 40 лет. Дореволюционные фотографии, дореволюционные открытки города Самары. К чему душа просто лежала? Абсолютно ничего не выбиралось. Самое интересное старались показать. Архивная коллекция живая и продолжает пополняться. Кроме знаменитых построек, фотодокументы запечатлели целую галерею образов тех людей, руками которых в разное время строилась и развивалась Самара, Куйбышев, а потом снова Самара. Впечатления положительные, так как здесь представлена наша история. И очень хорошо, что эта выставка существует, потому что иначе, не зная нашу историю, мы не знаем нашего будущего. Это очень прекрасно, и было бы хорошо, если бы сюда водили детей. Увидеть уникальные фотографии можно в арт-фойе художественного до 3 февраля. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.